В техническом колледже имени Ашура Алиева подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года». Участниками стали профессионалы своего дела. Это мастера производственного обучения и педагоги учебных дисциплин, профмодулей и многого другого. Испытания для конкурсантов проводились в целях выявления и поощрения лучших талантливых профессионалов, пропаганды передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также для обмена опытом. Организаторами выступили Министерство образования и науки региона, а также Дагестан. Институт развития образования. По итогам конкурсных испытаний победу одержала мастер производственного обучения, повар-кондитер из индустриально-промышленного колледжа города Избербаша Амина Бахмудова. Теперь девушка представит Дагестан на федеральном этапе, который состоится уже осенью текущего года.